الوزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، واعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة. Компания iMedia совместно с Альметьевским Мухтасибатом при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан представляет. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق ورتل القرآن ترتيلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فاقرأوا ما تيسر من القرآن Муалим Сани. Видеоуроки, обучающие чтению священного Корана по книге выдающегося татарского ученого Ахмада Хади Максу. Урок пятый. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Дорогие зрители, мы вместе с шейхом Абу Али приветствуем вас исламским приветствием. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хвала Аллаху, который дал нам возможность собраться здесь для изучения книги Аллаха. Просим Аллаха, субхана тааля, чтобы он сделал эти уроки полезными для нас всех. Итак, сегодня мы приступим. Итак, сегодня мы начнем с буквы САД. Уважаемый шейх Абу Али, расскажите нам, пожалуйста, как правильно произносить эту букву. Бисмилля. С именем Аллаха. Буква САД образуется при приближении передней части спинки языка к передним зубам, когда кончик языка касается передних нижних зубов. СА. 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 Давайте посмотрим на рисунок, поясняющий произношение буквы САД. Буква САД образуется при приближении передней части спинки языка к передним зубам, когда кончик языка касается передних нижних зубов. А сейчас я прочитаю вам примеры для буквы САД по книге Муалим Сани. Прошу вашего внимания. СА. 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 СИ. 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 СУ. 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 Сум, 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 сиф, 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 фас, фас, фас. صرف 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 صبر 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 بصر 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 قصب 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 نصر نصر نصر
ينصروا 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 استبصر 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 يستبصر يستبصر يستبصر. Я хочу отметить, что буквы «син» и «сод» одинаковы по месту образования, но различны по своим свойствам. Обратите внимание, что при произношении буквы «сод» корень языка немного поднимается кверху. Давайте посмотрим на рисунок, чтобы понять, чем они отличаются. При произношении буквы «сод» корень языка немного поднимается кверху. Уважаемые зрители, прошу вас обратить внимание на разницу в произношении букв «син» и «сод» в примерах, которые я вам прочитаю. Сафару, 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 сейфу, 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 сейфу. Сейфу, сейфу. Интасаба, 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 интасаба. Дорогой шейх, расскажите, пожалуйста, нам о букве ТА. Как правильно ее произносить? Бисмиллях. С именем Аллаха. Буква «то» образуется, когда передняя часть спинки языка касается основания передних верхних зубов. «Па», «па», «па». Давайте посмотрим на рисунок на экране, который поясняет ее произношение. Буква «то» образуется, когда передняя часть спинки языка касается основания передних верхних зубов. А сейчас мы прочитаем примеры для буквы ТО. Слушайте внимательно. ПА. 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 ТЫ. 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 ТУ. 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 ПАЛ. Пал, пал, пай, 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 шато, 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 бато, бато, бато. Кату, 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 фекату, 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 ватану, 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 талабу, талабу, талабу. طرفو 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 طهرو 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 طفلو 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 مطرو مطرو مطروا مطروا مطلبوا 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 مسقطوا مسقطوا مسقطوا
موطن 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 مربط 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 اصطبر 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 يصطبر 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 استوطن 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 يستوطن يستوطن يستوطن. Мы хотим отметить, что буквы «то» и «тэ» одинаковы по месту образования, но различны по своим свойствам. Обратите внимание, что при произношении буквы «то» корень языка немного поднимается кверху. Давайте посмотрим на рисунок, разъясняющий их разницу. При произношении буквы «то» корень языка поднимается кверху. Прошу вас обратить внимание на разницу в произношении букв «то» и «тэ» в примерах, которые я вам сейчас прочитаю. Тарафу, 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 тарафу. Мустатиру, мустатиру, мустатиру. مستطر مستتر مستطر سبت 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 شيخ أبو علي как правильно произносить букву джим بسم الله с именем Аллаха буква джим образуется, когда середина языка поднимается к середине верхнего нёба. Джа. 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 Давайте посмотрим на рисунок, поясняющий произношение буквы джим. Буква джим образуется, когда середина языка поднимается к середине верхнего нёба. А теперь давайте прочитаем примеры для буквы «джим» по книге Муалим Сани. Будьте внимательны. Джа. 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 Джи. 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 Джу. 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 Джам, 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 джар, 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 джин, 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 джуб, джуб. جوب جول 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 جبلو 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 جملو 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 أجرو 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 فجرو 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 جوهرو جوهرو جوهرو
جورب 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 تجورب 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 يتجورب 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 استجلب 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 يستجلب 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 черед буквы Х. Уважаемый шейх, научите нас правильно произносить эту букву. Бисмилля. С именем Аллаха. Буква Х образуется в верхней части гортани. Ха. 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 Прошу вас посмотреть на экран, чтобы рассмотреть рисунок, поясняющий произношение буквы Х. Буква Х образуется в верхней части гортани. А сейчас мы прочитаем примеры для буквы Х. Прошу вашего внимания. Ха. 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 Хи. 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 Ху. 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 Хаб. 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 Хал. 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 خرج 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 خبر 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 خشب 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 خلف 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 خير 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 ختم 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 خمر 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 خوف 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 مخرج 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 مخبر 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 أخرج 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 يخرج 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 أخبر 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 يخبر 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 استخبر 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 يستخبر 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 استخرج 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 يستخرج يستخرج يستخرج
Буква Ха. Дорогой шейх Абу Али, как правильно произносить эту букву? Бисмилля. С именем Аллаха. Буква Ха образуется в средней части гортани. Ха. 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 Давайте посмотрим на рисунок, поясняющий произношение буквы Ха. Буква Ха образуется в средней части гортани. А теперь давайте прочитаем примеры для буквы Ха по книге Муалим Сани. Ха. 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 Хи. 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 Ху. 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 Хай. 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 Хил. 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 Хадж. 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 Хасану. 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 Хасабу. 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 Хасаду. 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 Мухсину. 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 Махшару. 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 Манхару. 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 Махфалу. 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 Ахсана. أحسن. أحسن. امتحن. 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 يمتحن. 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 احتمل. 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 يحتمل. 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 استحسن. 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 يستحسن. 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 إحرنجم. 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 يحرنجم. 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 Прошу вас обратить внимание на разницу в произношении букв Х и Х на следующих рисунках. Буква «Хо» образуется в верхней части гортани, а буква «Ха» — в средней части. Халку. 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 Хатму. 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 Архаму. 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 Архаму.
Шейх Абу Али, буква Гаин. Как следует ее правильно произносить? Бисмиллахиррахманиррахим. С именем Аллаха. Буква Гаин образуется в верхней части гортани. Га. 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 Давайте посмотрим на экран, чтобы рассмотреть рисунок, поясняющий произношение буквы Гаин. Буква Гаин образуется в верхней части гортани. А теперь мы прочитаем примеры для буквы Гаин по книге Муалим Сани. Будьте внимательны. Га. 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 Ри. 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 Ру. 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 Гам. 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 Риб. 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 Рил. 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 Гайру. 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 Баглу. 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 Фаргу. 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 Габ-габу. 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 Маблагу. 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 Магрибу. 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 Иглиб. 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 Игфир. 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 Иштагала. 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 Яштагилу. 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 Истагфара. 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 Ястагфиру. 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 Вот и подошел к концу наш сегодняшний урок. Уважаемый шейх Абу Али, спасибо вам большое за знания. Встретимся, иншаллах, на следующем уроке. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان هم البذور إذا لهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعاني ما خاب من كان الكتاب رأسه الهادي إلى الديان سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد
تحدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا.